Девчонка вышла из гнезда, 3 дня сидит, не покладая рук в гнезде, решила стать мамой. Каждый день тут яйцо откладывала, в гнездо я собирал, потом смотрю, решила она уже на них сидеть. Вот, ну я собрал яйцо от ее товарок и подложил ей. Даже не знаю, сколько там яиц сейчас. Может, она еще сама что-то донесла. Ну, 12 я ей положил. И сколько там еще было? Сейчас посмотрим. Вот такая кучка у нее здесь. Гнездо такое она отличное сделал. Глубокое, удобное. Яйцо разложил. 14 яиц под ней лежит. Ну, надеюсь, что этот опыт у меня будет более успешным. В общем, решила девочка высидеть яйцо, яйца. Не будем ей в этом отказывать. Друзья мои, добрый день. С вами Кур в Мегаполисе. И у меня сегодня вопрос знатока. Так как я сам еще начинающий птицевод, многое для меня впервые. Вот. Хотел бы узнать, вот здесь у меня вольер, такой карантинный был, здесь у меня московские черные курочки сидели, и вот Петька тоже здесь с ними находился на карантине, и после того, как я его решил вернуть в семью, второй петух, с которым они до этого жили, душа в душу, и, кстати, цыганок был доминантом, такой альфа-самец в группе. Теперь тот петух вставляет ему звездюлей. И цыганок не может вернуться туда. Вот. И здесь у меня находится еще одна курочка, которая была тоже на карантине. Она решила стать мамой. И вот сейчас сидит на яйцах. 2 недели прошло, пошла 3-я неделя. И я не знаю, Петьку я вернуть туда, вернее, это не Петька, это цыганок, я его вернуть туда не могу. И я не знаю, что тут будет, если цыплята появятся, как тут цыганок себя поведет. Если кто смотрел на канале Ирины Муниной, «Счастливые фермы» Ирины Муниной канал называется, у нее там ситуация такая интересная произошла с индюками. Василий, индюк ее, похоже, индюшат убирал. Вот мы так подумали все вместе для того, чтобы снова начать сезон спаривания с индюшкой. Ну, как знаете, вот белые медведи убивают там самцы медвежат, чтобы опять самка там пришла в охоту. Возможно, вот Василий там также поступил. И вот я теперь думаю, что тут цыганок будет делать, если цыплята выведутся здесь, в этом вольере. Или мне курочку отсюда нужно будет отсадить, перевести туда в летний вольер. Не знаю, насколько там им будет тепло или нет. В принципе, сейчас на улице-то лето. Вот. Или здесь оставить. А цыганок, он у меня как запасной петушок. Ну, хотя я от одной семьи, наверное, буду отказываться. Московских черных. Как раз вот от этих, от его семейства я откажусь. Ну, потому что не хватает у меня вольеров на всех. И здесь я, царскосельские у меня же будут 2 семьи. Вот. И плюс еще, все-таки я надеюсь, что у меня будет семейство утиных. Им тоже один вольер выделю. Или в этом курятнике, или в том. Ну, посмотрю. Вот. И, в общем, мне нужен совет. Или цыганка пока здесь оставить с курочкой, или все-таки их расселить. Ну, вот скажите мне, друзья, посоветуйте, как мне лучше поступить в этой ситуации. Жду ваших комментариев.